Находимся в Прикарпатье. Это Карпаты с восточной стороны, а западные то Закарпатье. И вот мы имеем скалу. Кто ее здесь бросил? Какой-то великан бросил этот камушек, и она торчит. Сейчас мы обойдем со всех сторон, с каких возможно. Вот. Посмотрим на эту скалу поближе. Вот сейчас мы обходим. О, тут уже кто-то нацарапал чего-то, и не лень ему было колупать. Вот они тут колупают. Вот мы идем. Да я снимал издалека. Я ее обойти. Посмотреть с подсолнечной стороны. Вот она. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Ой, блин. Тут трава. Еще что-то. О, вот она. Вон она какая. Красота. Вот. Какая она красивая. Ой. Назад. Вот такая она. Это. А? Да я вижу, там не только дерево, там еще он. Или лиственница, или сосна. Вон она там. Вон она растет. Все, что хочешь. Вот она какая. О, акустика. Вот тут лавочка для тех, кто устал. Что-то нацарапано на стенах. Кто что царапал? Ну, 33-й год. Видите, в 33-м году уже царапали. Thank you.
человек оставил следы своего пребывания. Я тоже заснул. Вертаемся назад.